Ни для кого не секрет, что современные учителя перестали полагаться только на доску и мел. Вместе со сменой поколений наступает и смена методов и форм школьного обучения. Использование на уроках интерактивных презентаций, образовательных программ и различных онлайн-сервисов стало обычным делом. Практически в каждом кабинете есть компьютер или интерактивная доска. Учителям приходится искать новые способы привлечения внимания учащихся. В этой непростой ситуации им на помощь приходит обучающая компьютерная игра. Она объединяет в себе эмоциональную привлекательность и вычислительные информационные возможности персонального компьютера. Однако, при всем многообразии существующих на данный момент образовательных компьютерных игр, только некоторые из них можно активно использовать в образовательном процессе. Такая проблема может возникнуть по следующим причинам. Содержание подобных игр не всегда соответствует действующим учебным программам. Многие игры являются платными. Современные подростки считают обучающие игры скучными и неинтересными. Не во все игры можно играть на телефоне. Всесторонне изучив эту проблему, мы предположили, что для того, чтобы привлечь внимание учащихся к обучению через игры, необходимо подобрать задание игры, соответствующее современным учебникам. Добавить в игру занимательные элементы, необычного главного героя, различные игровые режимы и другое. Сделать игру доступной на любом мобильном устройстве. Разработка компьютерной игры – длительный и трудоемкий процесс, для упрощения которого на сегодняшний день создано огромное множество игровых движков. Мы выбрали Construct 2 – мощную визуальную среду для разработки 2D-игр, которая не требует особых навыков программирования и достаточно проста в использовании. Таким образом, целью нашей работы стала разработка обучающей компьютерной игры тренажера по математике с помощью конструктора двумерных игр Construct 2. Работу над игрой мы разбили на несколько этапов, каждый из которых направлен на решение одной из поставленных перед нами задач. Отправной точкой в нашей работе стало проведение анкетирования учащихся. Именно этот этап позволил нам определиться с формой и содержанием игры. В анкетировании приняли участие 46 учащихся 5-8 классов. Для его проведения мы использовали онлайн-сервис Google Forms. Проанализировав результаты, мы убедились в справедливости сформулированных нами предположений. 49% опрошенных предпочитают выполнять задания именно в игровой форме. 72% предпочитают мобильный телефон другим устройством. 87% учащихся хотели бы самостоятельно заниматься математикой в игровой форме, если бы подобная возможность была доступна для смартфона. Цель игры – ухаживать за домашним питомцем, котенком. Пользователь может выбрать одно из следующих действий – покормить, поиграть, помыть или расчесать его. Для выполнения каждого из этих действий необходимо правильно выполнить задание по одной из тем, выбрать которую можно на стартовой странице. Кроме того, на этой странице можно ознакомиться с правилами игры, получить информацию об авторах и дать котенку имя. Задание генерируется произвольным образом в соответствии с заданным алгоритмом. Выполнение абсолютно всех предлагаемых заданий не обязательно. По усмотрению учителя или самого учащегося, некоторые задания можно пропустить. Они будут отображены в итоговом отчете, но не повлияют на результат игры. Если выбранное задание выполнено неверно, котенок теряет одно из 9 жизней. В случае правильного ответа уровень счастья питомца увеличивается на 10 очков. Игра заканчивается, когда уровень счастья заполнится на 100% или в том случае, когда жизни закончатся. После окончания игры пользователь сможет увидеть отчет о выполнении заданий, их общем количестве, о количестве правильных и неправильных ответов, а также тексты заданий с отметками о правильности их выполнения. Для удобства работы с игрой на мобильных устройствах была предусмотрена виртуальная цифровая клавиатура. По желанию, пользователь может также включить или выключить музыкальное сопровождение. При подборе содержания игровых заданий мы опирались на материалы действующих учебников по математике для 5-8 классов. Разобраться с незнакомой средой программирования нам помогли различные интернет-ресурсы и видеоуроки. Игра была размещена в сети интернет и доступна для любых устройств – смартфонов, планшетов, персональных компьютеров. Для запуска игры на устройстве должен быть установлен браузер, желательно Google Chrome, и присутствовать подключение к сети интернет.
Разработанную в рамках данного исследования игру могут использовать учителя для организации уроков и дополнительных занятий по математике в 5-8 классах, а также учащиеся для дополнительной самостоятельной учебной работы по предмету. В настоящее время игра уже используется в образовательном процессе нашей школы. В процессе написания и тестирования игры были определены некоторые дополнительные функции, реализация которых сможет сделать игровой процесс интереснее. Использование нескольких игровых персонажей, наличие разных режимов игры, режима тренажера с неограниченным количеством попыток и режима теста с 10 попытками. Добавление возможности сохранять свои результаты, увеличение количества тем и видов заданий.